До окончания строительства новой переправы через Ижорский пруд остается 2 месяца. Мост соединит Заводской проспект и Оборонную улицу. Подрядчик ведет работы строго по расписанию. Отставаний от графика нет. Как и было запланировано, на продление Заводского проспекта и строительство моста город выделил 1 миллиард 200 миллионов рублей. И они практически освоены. Следующий этап – реконструкция Оборонной улицы и возведение путепровода через железнодорожные пути московского направления. Этот участок соединит улицу с Лагерным и Петрозаводским шоссе. А уже после этого Заводской проспект будет продлен до Софийской улицы. Данное мероприятие позволит отвести большой грузопоток в обход города Колпино, да? Значит, обеспечить транспортной доступностью новый строящийся следственный изолятор на 4000 мест. Ну и вообще лучше транспортную обстановку в Колпинском районе. Планируется, что полностью объездная по окраине Колпино будет готова к 2018 году.